А вот колонна уничтоженной российской техники недалеко от Чернобыля. Уничтожена она была из Байрактара. Тут получается у нас БТРы. Опубликованы кадры уничтоженной колонны военной техники оккупационной российской армии. Кадры, распространенные в телеграм-каналах, сняты неподалеку от Чернобыля. Колонна боевых машин оккупантов уничтожена беспилотниками Байрактар. Остался пепел. Вот даже местами пооставались с пушками. Просто жесть. Смотрите, там даже местами пооставались рули. Вон она, огромная так вот. Это все была работа Байрактара. И сейчас вам покажу воронку от авиационной бомбы, которую сюда потом скидывали российские самолеты. Вот еще один БТР, тоже с уцелевшей пушкой. А вот МТЛБ-ха. Ну и вот еще жесть, воронка от авиабомбы. Просто посмотрите на ее размеры. Вон, до свидания, остатки домов. Видите, от нее аж дома разлетались.